Всем привет, с вами Руслан. Принесли аппарат Honor 7X на разблокировку ФРП, модель BND L21. Метод актуальный на март 2021 года. Будем делать по методу Honor 10i. Тоже у меня на канале есть, можете посмотреть. Не забываем, что разблокировка краденных, найденных аппаратов — уголовно наказуемое деяние. Можно поехать с участником. Так что проверяйте документы и приступим. Разблокировать будем мы по методу прошивки. Все прошивки вы делаете на свой страх и риск. Так что сначала подумайте, потом мне надо писать комментарии, что у вас помер телефон. Все делайте на свой страх и риск. Перед началом обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Давайте приступим. Качаем прошивку, ссылка будет в описании на прошивку. Прошивка вот на этом сайте. Все прошивки чистые, можете спокойно качать без вирусов. Скачиваете файл, распаковываете, получается, в архиве у вас вот два файла. А вот в этой папке папка Dload, вы ее на форматированную флешку переносите. Вот она, папка Dload, флешка форматированная. А тут, по-моему, 8 гигов флешка нужна. Потом в папку Dload переносите. Так, нет. Вот из этой папки переносите вот эти файлы в папку Dload, чтобы они там были. Перенесли, скопировали. А теперь нужно телефон в режим прошивки. То есть скопировали все файлы на флешку, вставляем флешку в слот и запускаем режим прошивки. Зажимаем эти клавиши и держим. Провибрировал, отпускаем питание, держим две клавиши громкости. Повторяюсь, прошивка актуальна, метод вот этот актуален на март 2021 года. И Android у нас здесь стоит 9. Все, запустился режим прошивки. Ой, извиняюсь. Сейчас там флешки нету. Сейчас он будет ругаться на отсутствие флешки. У вас начнется прошивка. Сразу же сама показывать прошивку не буду, потому что шьет он сам. Все, у нас, допустим, прошился аппарат. Прошился аппарат у нас. Мы его перезапускаем, но он сам перезапустится. И включаем. Сейчас он стартанет. Не буду вырезать что-то. Может быть, ускорю, но не факт. Не сильно долгий метод, можно и посмотреть. После прошивки телефон будет долго включаться, прям минут 5, скорее всего, 10 даже. Это нормальное явление, не пугаемся. Телефон после прошивки у вас запустился, и будет опять выбор языка, ну, стандартно, кого-то у вас он заблокирован. Если пройти дальше, он у вас опять заблокируется. Мы сразу же после того, как он включился, его выключаем, никуда не нажимаем, не подключаемся к Wi-Fi, просто выключаем телефон. У вас будет выбор языка. У меня уже он разблокирован, поэтому так показывает. Выключили аппарат, ждем несколько секунд, готовим кнопки громкость вверх и кнопка включения. И у нас кабель зарядки, он включен у меня сейчас в USB, не знаю, должно получиться через USB, но вообще зарядник надо включить. То есть втыкаем кабель в телефон. Так, как он там втыкается? Вот так втыкаем и зажимаем клавиши громкость вверх и питание. Отпускаем питание после вибрации и громкость вверх держим. Держим громкость вверх до последнего. Компьютер даже определил телефон. Ну, нам это не надо. Так, не получилось. Давайте еще раз. Так, через USB компьютера не захотел попадать у нас в e-recovery, вот у нас режим e-recovery. Через зарядник сделал все то же самое, зажимаем кнопку включаем питание и зажимаем громкость вверх и включение, держим включение, загорится экран, отпускаем включение, громкость держим. Нам тут надо его сбросить, пишем здесь у нас yes и сброс, здесь подтверждаем сброс,
телефон выключается и сейчас будет сбрасываться. Телефон у нас сбросился и появилась надпись Safe Mode. Берем надпись Safe Mode, зажимаем и держим 6 секунд. Примерно 6 секунд подержали, отпускаем. Телефон у нас перезапускается в режиме Safe Mode. После сброса настроек у нас телефон опять будет долго включаться. Не пугаемся. Если все делаете по инструкции, то вполне все получится. Обязательно посмотрите вот это видео на канале у меня. Это мы делали почти год назад и до сих пор метод актуален. Ну, правда, на другом аппарате. Итак, телефон запустился в режиме Safe Mode, как вы видите. Он у вас запустится точно так же. Идем в настройки, все будет на английском. Заходим в систему. Можно поменять язык. Так, не сюда. Поменяем, давайте, язык. Здесь будет английский. Нажмем кнопку «Добавить». Ищем русский. Вот он русский. А, да. Все, есть русский язык. Так, у нас версия прошивки 9.1.0.145. Android у нас 9. И теперь нажимаем сброс. И сбросить телефон. После чего телефон еще раз сбрасывается и уже настраиваем его как новый телефон. ФРП блокировка после этого уйдет. Вот такой был метод разблокировки телефона Honor 7X. Вам спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. С вами был Руслан. Пока-пока.